Итак, часть вторая. Хель. Проснувшись утром и съев убогий завтрак в ночлежке, я выдвинулся в Хель на велосипеде. Протяженность Хельской косы составляет 35 километров. Ширина от нескольких сотен метров в самом узком месте до неполных 3 километров в самом широком. Главное сообщение Владиславова Хель – это автодорога. Параллельно с ней идет железная дорога и велотрасса. Как раз велотрасса самая живописная, так как во многих местах она выходит на берег моря, где можно полюбоваться красивыми видами, частично проходит через курортные зоны таких населенных пунктов, как Халупы, Кужница, Естарня и Юрата, а местами ведет через Сосновый Бор. Лично меня дорога эта буквально завораживала, так как природа Хельской косы, сосны, березы и песок напоминала мне природу того края, где прошло мое детство. Как я упоминал в предыдущем видео, цель моей поездки в Хель – это сохранившееся военное сооружение, построенное в несколько этапов после Первой мировой войны. Пока я еду и кручу педали, сделаю некоторое историческое отступление, чтобы было понятно, кто, когда и зачем. Как бы мысли вслух. Итак, после Первой мировой войны город Данциг, ныне Гданьск, по Версальскому мирному договору 1919 года получил статус свободного города и находился под управлением Лиги наций. Договор также передавал Польше территории, дававшие ей доступ к Данцигу, так называемый Польский коридор, который отделял Восточную Пруссию от Германии. Большую часть населения города Данциг составляли немцы, однако поляки имели право на свои собственные учреждения, как, например, школы или библиотеки. Кроме того, по Версальскому договору Польше было предоставлено ведение иностранных дел Данцига и управление железнодорожным и водным сообщением этого свободного города. Данциг входил в таможенную зону Польши. С 1926 года Польша, с согласия Лиги наций, содержала в гавани Данцига склад военного снаряжения под охраной польской армии. В общем, коридор обеспечивал доступ к Балтийскому морю из польской Померании. На этой территории была создана новая административно-территориальная единица Поморское воеводство. За пределами польского коридора остался вольный город Данциг, или Гданьск, где немцы представляли большинство населения, ну а само наименование «Польский коридор» было введено в употребление польскими политиками. Одной из основных причин создания коридора было то, что поляки в регионе коридора составляли большинство жителей до Первой мировой войны. В довершение вышесказанного добавлю, что немцы, униженные результатами Первой мировой войны, конечно же, не смирились с потерей этих территорий и жаждали мести. Вторая мировая война уже маячила на горизонте. А теперь про укрепрайон Хель. Это система оборонительных сооружений, построенная на Хельской косе в непосредственной близости к польско-германской границе. Укрепрайон официально был создан по указу президента Польши 21 августа 1936 года, хотя первые оборонительные сооружения вместе с железной дорогой были построены уже в 1921 году. В дальнейшем на полуострове начала создаваться развитая сеть железных дорог стандартной ширины и узкоколейки, которая использовалась для нужд военного транспорта. Далее были созданы различные артиллерийские позиции, где размещалась военная техника и вооружение. Порт в Хеле был преобразован в военно-морскую базу с подземными укрытиями для боеприпасов, мин и торпед. В нескольких километрах к западу от этого места были построены подземные топливные хранилища, из которых был проведен трубопровод к набережной Хеля. Примерно в полутора километрах к северу от порта размещалась подземная электростанция. В целях сохранения военной тайны жителей Хели немецкой национальности переселили на территорию Гданьска. А я между тем съезжаю с велотрассы в лес, где попытаюсь найти бункер 43-й береговой батареи, которая должна была защищать Хельский полуостров от высадки немецкого десанта с моря. Поначалу планировалось, что батарея будет укомплектована 4 75-мм орудиями. Однако в силу политической и финансовой ситуации было установлено лишь 2 75-мм пушки «Шнайдер» образца 1897 года, снятых со списанных кораблей. Согласно найденной в интернете фотографии, бункер должен выглядеть вот так.
практически при входе внутрь. Я ничего не нашел. По замыслу польских военных, основой линии обороны должен был стать пункт сопротивления Естарня, куда я сейчас еду. Его строительство началось 15 мая 1939 года. Пункт преграждал путь суши на позиции береговых батарей. Он находился примерно посередине косы, в наиболее узком ее месте, где ширина косы составляла всего 400 метров. Первая линия обороны состояла из четырех тяжелых бункеров, которые носили названия «Сарагоса», «Сэмп», «Сабала» и «Сокол». Они были оснащены пулеметами ВЗ-30 и ВЗ-28. В двух бункерах, бронированных куполах, предполагалось также установить противотанковые пушки. Не доезжая Естарни, велотрасса выходит на берег залива, откуда открываются красивые виды моря. Еще один бункер находится прямо на берегу морском. Посмотрите, какая красота. Бесконечный пляж. Несколько тел только видно. И вот пулеметный дот «Сэмп». Поскольку бункер был расположен на берегу, для увеличения его защиты использовались более толстые стены, чем у других дотов. Толщина наружных стен составляла от 1,5 до почти 3,5 метров. Толщина брони в стенах от 25 до 120 мм. Толщина бронированного купола от 180 до 200 мм. Дот имел две амбразуры с сектором стрельбы в 190 градусов. Также огонь можно было вести из четырехамбразурного бронеколпака. Планировалось оборудовать бункер танковой башней с 37-мм противотанковой пушкой, однако до начала войны ее не успели завести. Для круговой обороны использовался ручной гранатомет и 81-мм миномет. А сейчас я еду искать следующий дот, который называется «Сарагоса». Дот «Сарагоса». Дот «Сарагоса» имел толщину наружных стен от 1 до почти 2 метров. Толщина бронированных амбразур составляла от 25 до 120 мм. Толщина бронированного купола – 180 мм. Дот обеспечивал защиту от удара снаряда калибра до 220 мм. Дот имел две амбразуры с сектором стрельбы в 190 градусов. Также огонь можно было бы вести из четырехамбразурного бронеколпака. Бункер состоял из боевых казематов, спальни, склада, санузла, машинного и аккумуляторного отделений, а в целях защиты от химического оружия в укрытии поддерживалось повышенное давление.
пулеметный ДОТ «Сабала». ДОТ «Сабала» одновременно служил командным пунктом и был оборудован аналогично ДОТу «Сарагоса». Однако он имел три амбразурные камеры. ДОТ «Сабала» полностью восстановлен, и согласно информации на информационной доске возле ДОТа, его можно посетить. Мне, однако, этого не удалось, так как объект оказался закрыт без объяснения причин. Вероятно, мало желающих. Командный пункт линии обороны Хеля. По всей территории косы располагалась береговая батарея, которая защищала Хель с моря. Это бывший командный пункт, он восстановлен. И туда даже можно зайти. Но, к сожалению, мне не повезло в том плане, что он открывается позже. Внутри находится, военный музей. Мне почему-то не удалось найти бункер «Сокол», который также являлся частью первой линии обороны. Поэтому могу только выложить найденную фотографию из интернета, чтобы показать, как он выглядел. Тяжелый пулеметный бункер «Сокол» был похож на ДОТ-7 и также располагался на берегу, но только не открытого моря, а залива, то есть на противоположной стороне Хельской косы. Так, ребята, еще один бункер, который входил в состав линии береговой батареи. К сожалению, описание недоступно, потому что варвары, ублюдки, я не знаю, как еще назвать, исписали весь информационный плакат. В принципе, эти люди вообще не представляют, наверное, что здесь происходило, какие сражения, кроме компьютера и баллончика с аэрозолью. В принципе, в этой жизни ничего не интересно. Как, впрочем, еще и выпить и закусить в таких местах, разбросать, естественно, мусор, после себя не убрать, как вы видите здесь, всевозможные банки, пластиковые стаканы, наскальная живопись, типа здесь был Вася, или там, не знаю, какой-нибудь польский Вася, или какой-то Вася приезжий, бог их знает. Второй линией обороны пункта сопротивления Ястарня были легкие бункеры с толщиной наружных стен до 1.5 метров. Их конструкция была устойчивая к одному прямому попаданию 155-миллиметрового снаряда. Они были вооружены одним тяжелым пулеметом для ведения флангового огня и двумя ручными пулеметами для круговой обороны. Бункеры состояли только из одного боевого каземата. Теперь уже еду без остановок в Хель. По пути попались вот такие вот противотанковые заграждения, которые почему-то абсолютно не впечатлили. Притормозить все-таки пришлось на железнодорожном переезде для того, чтобы пропустить поезд, который идет в Хель. И вот, наконец-то, Хель. При въезде в город есть большой музей города Хель, где самая интересная экспозиция посвящена узкоколейному железнодорожному транспорту и обороне Хельской косы в 1939 году. Должен заметить, что защитники Хеля продержались целых 32 дня, но потеряв около 100 человек убитыми, 150 человек ранеными и 3600 человек пленными, поляки решили не играть дальше с огнем и сдались вермахту. На этих снимках видно, как были повреждены позиции польских защитников. А на этом снимке немецкий вице-адмирал Шмунд слева принимает капитуляцию у контр-адмирала Юзефа Унруга. Кстати, контр-адмирал Юзеф Унруг был кадровым военным военно-морских сил Германии периода Первой мировой войны. Являлся командиром флотилии немецких подводных лодок. Остаток войны адмирал Унруг находился в лагере для военнопленных.
Немцы, в том числе и бывшие сослуживцы, безрезультатно пытались его склонить к переходу в германский флот. Однако вернемся к музею обороны Хельской косы. В отличие от наскоро построенной поляками линии обороны Хеля, батарея Шлезвиг-Гольштейн строилась капитально и с размахом. Средств и человеческих ресурсов немцы не жалели. Батарея состояла из трех позиций для 406-мм орудий, 9-этажной башни управления огнем и двух бункеров для хранения боеприпасов. В июле 1941 года, после тестовых стрельб, орудия были разобраны и перенесены на Атлантический вал во Франции, где в конце войны были захвачены и уничтожены союзниками. Каждая орудийная позиция, расположенная в Хеле, представляла собой комбинацию укрепленных казарм для 88 человек, орудия и четырех внутренних хранилищ боеприпасов, для подвоза в которых использовалась та самая узкоколейка. Это, ребята, была официальная информация и факты. А теперь мысли вслух, которые меня посещали во время, когда я бродил по Хельским лесам в поисках остатков военных объектов. Вся линия обороны Хельской косы строилась в несколько этапов. Первый – это после того, как здешние немецкие территории после Первой мировой войны фактически отошли Польше. После неудачной обороны в сентябре 1939 года немцы опять отвоевывают эту территорию и начинается второй этап строительства. Строится батарея Шлезвиг-Гольштейн, которая должна была отразить удары с моря от датских или шведских ВМС или авиации. Хотя, какие уж там удары, немцы на тот момент были достаточно сильны и полагаю, что быстро бы со всем расправились. Итоги Второй мировой войны мы все хорошо знаем, хотя сейчас историю стараются исказить и переписать. Польша полностью освобождала советская армия. Интересно то, что бои на польском побережье закончились победой советской армии только 14 мая 1945 года, когда итог войны был уже ясен и капитуляция подписана. После освобождения Польши советскими войсками начинается новый этап строительства Хельской оборонительной линии. Советская военная база здесь находилась вплоть до распада СССР, когда два предателя, Горбачев и Шеварднадзе, слили за просто так буквально все, что так тяжело завоевывалось нашими предками. В наше время в Хеле находится военная база польских ВВС, но во многих местах еще попадаются строения в совковом стиле. Здесь много памятников защитникам Хеле 1939 года, однако вы не увидите ни одного памятника советским воинам, освобождавших Хель. Времена другие, другая история и другая идеология, понимаете ли. Однако, чтобы быть справедливым, скажу, что высказываю исключительно личное мнение, которое не обязательно должно совпадать с мнением других. В лесополосе городской черты Хеля остатки военных объектов разделены на несколько маршрутов – черный, белый, синий и оранжевый. Я наивно думал, что все успею облазить за один день, однако сильно ошибался. Мне удалось полностью исследовать только оранжевый маршрут, ну и частично синий. Обидно, конечно, но с другой стороны, есть повод сюда вернуться с лучшим съемочным оборудованием и подробно и качественно снять новый материал. А пока предлагаю просто побродить со мной по развалинам военных объектов. Это военная история, здесь воевали и гибли люди. И еще, какие бы ни были прочные железобетонные конструкции, все равно природа сильнее, и хельская почва, пески потихоньку поглощают бункеры, окопы, туннели и все остальное.
целая система укреплений, которые между собой связаны туннелями. Вот так, ребята. А я буду закругляться, так как мне еще ехать до ночлежки в городе Владиславово 36 километров. В общем, скажу, что Хельм мне очень понравился. Здесь каждый найдет свое. Кто-то пляж, а кто-то историю. Пляжи Хельмской косы – это бесконечность, хотя вода достаточно прохладная. Я обязательно сюда вернусь, чтобы полетать на коптере и снять новое видео. А если вам понравилось мое видео, так поставьте лайк. А если нет, тогда дизлайк. Если очень понравилось, подпишитесь на канал, так как планов много. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А если кому-то из вас также удалось здесь побывать, то выскажите свое мнение. Всех благодарю за внимание. А пока, пока и до новых встреч.